Всем привет, с вами канал «Все для огорода», ракетная печь, колбаски уже поджарились, вот, ну, такими братинками туда бросал, я, правда, сверху бросал, ну, и сюда еще засунул, ну, сейчас все, они уже как готовы, еда готова, ну, все заняло где-то минут 30, наверное, они поджарились, ну, так же, как и на газоплите, наверное, то же самое. Вот она такая небольшая, где-то сантиметров 50 высота, профильная труба 100 на 100. И вот этот еще кусочек, по-моему, здесь вот 23 сантиметра, а там, по-моему, 35. Подписывайтесь. Все, сейчас больше подбрасывать не надо. Сейчас догорит и все, а то дрова сырые, блин, дымит немножко. Дымок идет. Ну, это, конечно, сухими дровами, березой там топить. Или вязом, он как бы меньше дыма, а от сосны все-таки дым идет. Вот. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, делайте такие ракетные печки. Всем пока-пока.